вот наши конкурсантки. Посмотрите, какие они счастливые. Они получили дипломы. Участника фестиваля Сашуля получила диплом 3-й степени в нулевой номинации, а Полинка получила диплом 2-й степени, да? Ну что, молодцы! За активну участь в першому международному фестивалі. Грамота учасника за активну участь в першому міжнародному фестивалі конкурсу МТС «Арт Причал». Пономаренко Олександра. Первый международный фестиваль конкурс «Арт Причал». Лауреат 3-й степени 2016.